Ты говорил про Кубу. Что случилось на Кубе? Очнись! Очнись! Где я? Где Резнов? Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты. Тебя зовут? Где ты родился? Москва, Россия. Тебя зовут Алекс Мейсон. Ты родился в Фэрбэнксе, штат Аляска, в 61-м. Ты служил в ЦРУ, в команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция радиовещания? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А как насчет Драговича? Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейсон. Я знаю, когда ты врешь. 61-й, залив свиней, что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Драгович. Ты помнишь Драговича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Уц, как жизнь? Живу, Карлос. Боумана помнишь? Карлос. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? Он будет здесь, на плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Saca los papeles. Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. Oye. Toques, hijo de dónde tú eres? Я сказал, откуда вы? Не дергайся, Вудс. Жди. Тобой говорю. Ладно. Все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем, мы разберемся с телами. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. Перезарядка, прикрой. Убери их, давай вперед. Боуман, заходи справа. Заходи справа! Уже! Противник в переулке! Куни, не летаем! Устан армаду hasta los dientes! Давай, не останавливайся!
Сейчас вырвется. Мейсон, ты сбежал от ополченцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз. Выбора нет. Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся! Вот так! La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Repito. La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Repito. Aguanten en la posición hasta que llegue el refuerzo. Repito. Te escucho. Отлично, они все отвлеклись на это. Впереди конвой, не вступать в бой. Ahí están. Тихо. Пусть пройдут мимо. Ломан, заходи слева. Выдвигаемся. Ждет успех. Приготовились! Чего ты ждешь? Давай! Живее!
Т-26 начнут бомбардировку. Цель должна быть впереди. Вас понял. Внутри вижу. На позицию. История в наших руках. Поехали.
мертв. От наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Какого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Русский? Да. Это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно-трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали, Боже, в Воркуте, Мейсон? Чего они только не делали. Почему Кастро не убил вас? Зачем он тут Драгович? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. Вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? Воркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Воркуте, Мейсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что они сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова. Слабак, американец! Виктор Резнов! Друг мой. Давайте работайте, сволочь! Ты бьешь, как баба! Или вы только через силу понимаете, собаки? Эй, сволочь! Вечно ты Резнов. Резнов. Мейсон. Каждый путь начинается с одного шага. Вот первый шаг! Такие люди! Мы возьмем Воркуту! Ура! Шаг с тобой! Так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый, покинутый. В Воркуте мы все здесь братья. Пошли.
Наши люди понимают, что это форменное самоубийство. Победа требует жертв, Мейсон. Мы русские. Знаем это как никто. Готов? Мейсон! Сюда! Я тебя закрыл огнем с вышки! Он ранен! Уничтожить вертолет! Хорошо! Что хорошего-то?
пошел! Давай! Эрнис, не брат! Мы пришли приказ! Давай! Немного! Атака! Атака! Атака!
Они пускали слезоточивый газ. Было нечем дышать. Мистер Резнов при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их ненадолго. Время на исходе. Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей Воркуты, лежит ключ к шагу 8. Свобода. Да. После этого мы долго не встречались. Значит, ты сбежал. Тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем. Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так, к делу. На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович.
Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. VIP. Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Когда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, лучше можно ли тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить. Известные лидеры. Допуск Ариэль. Вепи. Что-то мне... Он ждет. ...не давало покоя. Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Знаю. В этой комнате. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это. Приказ руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. На что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове! Уивер не отвечает. Выдвигаемся. Не спи, Мейсон.
Давай, пошли. Виски назад. Вперед, Эксрей. Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе. Прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Нет, что-то не так. Слишком высокая активность. Янки 1-3, прием. Янки 1-3, прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Впереди станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер! Его взяли! Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе. Кого там еще несет? Сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Это Кравченко, заместитель Драговича. Последнее предупреждение. Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все. Я знаю. Ваш выбор. Плохо дело. Сукин сын. Команда Виски, вы на месте? Понял, Эксрей. Виски прикрыл дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию, мы подходим. Понял. Ладно, идем. Вертолеты, шевелись! За мной, шевелись! Порядок. Пошли. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай. Задание убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да. Надо спасти Уивера. Не стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы! Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их, и дело с концом. Ладно. Есть. Брукс и Боуман должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Шевелись.
что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12А. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Похоже, они нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Все системы в норме. Где станция связи? Все системы в норме. Снайперы занимают позицию на крыше. Продолжение. Пара людей впереди. Ладно. Боумен, Брокс, уберите их. У нас проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи по пути. Я лишу их связи. Вперед! Черт, защитили! Зачищай этажи по пути. Я лишу их связи. Вперед! Черт, защитили! Мейсон, иди сюда! Арбалет, разрывные! Ну! Я на лестницу! Легко! Противник заходит с севера! Нас прижали! У нас гости! Они под обстрелом! Подорви эти машины! Один меньше! У машины! Осторожно! Красиво сработал! Стрельба слишком слышна. Уроды возвращаются. Я возьму трос, а ты стреляй. Не тормози, Мейсон.
пошел! Ты справа. Ты слева. Ты можешь идти дальше, Уивер. Конечно. Сломал систему навигации. Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить. Нет. Его. Я должен был убить Драговича. Нас раскрыли. Снимайте маски. Эйсон, сюда! Руки в ноги, сейчас будет жарко! Мейсон, пробей долбанную стену! Готов! Уничтожим ракету. Любой ценой. 11, 10, зажигание 9. Опоздали, она взлетит! Предварительное. План Б, Боуман, готовься! Ну что надо? Промежуточная. Ну же, Мейсон, взрывай! Один. Главное. Старт. Подъем! Мейсон, пробей долбанную стену!
Готов. Уничтожим ракету. Любой ценой. 12, 11, 10. Опоздали, она взлетит. План Б, Боуман, готовься. То, что надо. Промежуточная. Ну же, Мейсон, взрывай. 2, 1. Главное. Старт, подъем. Мейсон, пробей долбаную стену! Готов! Уничтожим ракету! 12, любой ценой! 12, 11, 10. Опоздали, она взлетит! 5, план Б, Боуман, готовься! То, что надо! Ну же, Мейсон, взрывай! 2, 1, главное. Твою мать! Лучше испытаний не придумаешь. Чертов план! Черт, быстро добыть! Живо к туннелям! Бедняги. Там одни подонки. Они не стоят жалости. Надо их прикончить. Остатки группы восхождения попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь. Мейсон и Уивер за мной. Минус один.
Вас понял? Понятно! Готов! Граната! Нас будет! У них не прицелы! Гнята! Увеселение! Тогда нам пора сматываться. Рано. Мы идем за Драговичем. Мы опять его теряем. Вернись, Мейсон. Кравченко успел сбежать от нас. Мы подобрались к самому главному. Драгович был там, верно? Мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде не было. Мы теряем время. Он бредит. Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Ты доволен? Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея. В Байконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович все еще жив. Ты помешался на нем и провел 5 лет, выслеживая его. Он мерещился мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Мы попусту теряем время. Он голоса. Бредит. Мы накачали Русские. Его таким количеством этой дряни, меня что в голове. Он не понимает, я что говорит. Эй! Вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мейсон, и больше ничего. Вспомни прошлое, Мейсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель. Секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок. This is the Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it, pull out that record, and play it on the air. Like this one, Fortunate Son by CCR. Ну и видок у тебя, Вудс. В джунглях плевать на внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, ЦРУ. Спасибо, что пришли, сержант. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м ЦРУ прекратило контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Кесань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции — саботаж, дезинформация, разведка и спасение пленных. В общем, это... Сюда! Вынесли его!
стоил, ну! Хансон упал, а Кесан взял их кольцо. И все же перестовал жизнью ради него. Как ради выбора. Наверное, Левинский. За это я его из... Кесан был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил в поле. Очевидно, вы не знакомы с Вудсом. Он знал, что им нужна наша помощь. Без вариантов. Пошли! Там война! Цель поражена! Давайте, ублюдки! Давайте!
Патроны заканчиваются. Склад оружия в этом бункере справа. Доложите свой статус. Топливо мы исходим. Доложите оружие. Все были изложили. Все вас прикрыли. Никак нет, я почти закончил. Держать под выстрелом. Двинулись. Сорвемы. Шесть, Рэд Райдер. Где вы находитесь? Держитесь. Все приказано. Противник в траншее!
приказ, сваливайте оттуда! Тебе, Мэйсон. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе. Сегодня царит всеобщий хаос, и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Некоторые аналитики... Детское наступление, начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем! Он сдался именно там! Ты был там, Мейсон! Получил данные о Драговиче, полные, но это вас не спасло! А ну заткнись! АСВ окружили город! Они спалили комплекс дотла! Перебежчик точно погиб! Он не погиб! Безнадежное дело, но ты вернулся! Зачем? Он остался без охраны! Я не верил, что он погиб! Я отправился за досье! Батальон попал под массирование Шнайдер Гершель и был вынужден вернуться на территорию военного комплекса. Хюэ! Именно там заварилась вся каша, Мейсон. Перебежчик. Вижу военный комплекс США. Учтите, Вудс, там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они засели где-то в военном комплексе. Мы найдем его, если он... Группа X-Ray, ответьте. Вижу X-Ray. Пошли. Пусть вернут в лагерь конговцы. Поджари, Волк.
Зима-9 на подлете. Угроза устранена. Эшрей, не высовывайтесь! Эшрей, будьте! Вперед, давай! Разойдись! Оман, северо-восток! Уже иду! Угроза устранена! Экс-рей, мы пробиваем крышу! Все здание захвачено! Эксперческий этажом ниже! Думаешь, переменщики еще жив? Слежит он крепкий орешек! Боуман, переводи. Они собираются казнить гражданских. Ваше посольство американцам свидетельство вашей вины. По закону партии приговор будет немедленно приведен в исполнение. Ложись! Он мог вернуться в командный пункт! Он мог уцелеть! Пошли, за мной! Убежище напротив командного пункта. Контакт погашен. Куда вы стрелили? Девять, что у вас? Экс-рей! Чарли, взяли южное крыло! Вы отрезаны! Черт! Вас понял, Рима-9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми! Пошли! Он должен быть где-то здесь! Мейсон, дверь в дальнем конце коридора! Боуман, за мной! Yeah!
остался из Воркуты. Не думал, что выживешь. И я тебя, друг. Я с предупреждением. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать Запад. Мейсон, вы молодцы! Драгович, я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов. Его надо остановить, Мейсон. Драгович! Штайнер! Кравченко! Должны умереть! Это ваши люди? Вот, Боуман. Ярис Норт! Виктор! Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Рима-9, где этот чертов вертолет? Экс-рей в западной части военного комплекса. Ожесточенная перестрелка. Подберем вас с точки Дельта. 2 километра к северу от реки. Вернемся, только будьте там. Мы не желаем вам зла. Народная армия Вьетнама. Нам будет нужна поддержка с воздуха. Это 1-5. Нужна поддержка с воздуха. Сессия Дельта. Пусть на Эй, давай сюда рацию. Ты что, спецгруппа? Давай сюда рацию. Ну, удачи тебе. Техас, это Сьерра Оскар Горд, Декс-Рей. Санкционировать рацию Дельта. Приоритет максимальный. Переходите под мое командование. Горд идентификации. Горд Сьерра. Прием. Видим вас, Декс-Рей. Помощь уже близко. Пошли! Танк уничтожен, Экс-рей, пусти!
ССУ на третьем этаже. Концентруется. Он же на входной пункт. Улица под обстрелом. Э-55! Сильней! Брат с улицы! Черт! Мы займемся зениткой. Боуман, защищай людей. Принято. Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ, что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. И как, руки-ноги целы? Порядок. Мейсон! Ты цел, брат? Пока дышу. Увидимся в точке сбора. Let's go.
остается на месте! Понял! Экстрей, огонь! Экшен, подключите! Координаты! Отряд дай! Дали противнику уверенности. У нас есть досье, который дал переписчик на базе. Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драговича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта Нова. Нова 6. Резнов говорил Нова 6. Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал Нову-6. Чокнутый, самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хансон отправился в Коулун допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Вы уже знаете все! Нет, Мейсон! Мы не знаем, что означают цифры! Мы не знаем, откуда ведется вещание! Так спросите Хансона. Коулун его задание. Он допросил Кларка. Вы что, не врубились? Если вы думаете, что меня можно запугать побоями и пытками, значит, вы абсолютно ничего не знаете о Драговиче. Мне ничего не даст это признание. Подумай о том, что ты можешь потерять. Как нравится? Будем продолжать? Или ты нам все расскажешь, и мы гарантируем тебе жизнь. За мной охотились по всему земному шару. Вы меня нашли, и они найдут. Они в курсе ваших дел. Они, небось, скоро нагрянут сюда. Зачем? Драгович обрубает концы. Я никогда с ним лично не встречался. Только со Штайнером, немцем. Что именно ты делал? Меня наняли стабилизировать некоторые летучие смеси. Что за смеси? Нова-6. Биохимическое оружие. Вы привели их ко мне! Выгни голову! Спецназ на подходе! А? По лестнице! Нам надо на крышу! Цели сняты! Он ранен!
Помоги передвинуть! Вот, берите, что нужно. Они будут здесь минуту на минуту. Для покойника ты хорошо подготовлен. То, что я признаю неизбежно своей участи, еще не значит, что я тороплюсь ее встретить. Ну ладно, как скажешь. Со мной! Хансон слева! Ой, санитара! Сюда! Санитара! Мой! Держи в поле зрения! Осторожно, граната! Ты прикрыт! Противник убит! Это шумовая! Медицинская! Они лезут в окна! Не высовывайся, мы сейчас! Куда? Левая дверь! На крышу! Ты точно знаешь, куда идти? Думаешь, я не был к такому готов? Очень нужно тебя заткнуть! Что ты не договариваешь? Я же рассказал про Нова-6!
Где их база? Вьетнам, Лаос, Камбоджа! Он засел в Урале! Я Мантал! Там вы найдете Шнайдера! Он заканчивает свой проект Нова! Что еще? Сплетни, слухи, хоть что-нибудь! Шнайдер сообщил Драйвичу! Спасибо, Драгович! Я сам за собой их уберу! Как у вас двоих с патронами? Нам еще идти и идти! Сюда! Товарищи, ранило! Закрывай их! Вот они! Держу их огнем! Возможно! Он в моем поле зрения! Скоро его не будет! Подходим! В направлении! Я его вижу! В голову! Вижу их! Скоро цели! Я их вижу! Бежаю! Меня стреляют! Поражена. Полков слева! Противник убит! По коридору! До самого конца! Ah!
ключ! Вот они! Вас понял! Вот сюда! Черт! Пошли! Отбор! Говорит Редай! Нужна срочная эвакуация! Мы на земле! Высотка 4! Юг! Вас понял, Редай! Скоро будем! Ничего себе тут перемирки! Объясню вас! Отрицатель! Клак мертв! Конец связи! Давай, Хадсон! Тут можно спуститься! Сюда! Что за мерзость? Хадсон сказал, что Кларк свихнулся. Помешался. Кларк создал Нуру 6. Нервно-паралитический газ, убивающий за секунду. Подручный Драговича, Кравченко, испытывает его во Вьетнаме. На них, на нас, на своих людях, ему все равно. Воркута. Резнов сказал мне в Воркуте. Что он сказал? Мейсон, слушай меня. Это было давно. Далеко. Драгович, Штайнер, Кравченко должны умереть. Он объяснил, что это были за люди. Почему они все должны умереть? Отец был музыкантом в Сталинграде. В период немецкой оккупации его скрипка радовала сердца чудесной музыкой Корсакова, Стасова и других наших великих композиторов. Для моих соотечественников это был символ надежды. Для немцев – символ нашего неповиновения, вызов. Даже сейчас я по-прежнему слышу, как он играет. Нацисты перерезали ему горло во сне. Сотрудничество с нацистами – это подлость, предательство Родины. Но Драговича и Кравченко это не волновало. Им важно было только добиться своего.
Все загружено, они ждут. Виктор, пора. Да, Дмитрий. Пора убить последних солдат фашистского рейха. Невский, собирайся. Мы уходим. Я и мои бойцы прошли через самые суровые зимы Восточного фронта. Холоду нам было не привыкать, но даже сейчас кровь стынет у меня в жилах, когда я вспоминаю, что произошло в тот день. Далеко, далеко от дома. А, герой Берлина почтил нас своим присутствием. Не устал еще воевать, Резнов? Пока у России матушки есть враги, я буду ей служить. Довольно уже ерничать, Кравченко. Капитан Резнов сделает, что прикажет. Нам нужен один немец. И только он один. Доктор Фридрих Штайнер. Доктор согласился сотрудничать с нами. Он нужен живым. Нарушишь приказ? Пристрелю.